Пословица гласит: «Держись, друг старого, а дома нового». Сегодня в одном из дворов Московского района открыли снежный дом. Новых жильцов встречали с чаем и конфетами. Впрочем, в процессе постройки этого модернизированного объекта участвовали не только опытные работники, но и молодые специалисты, они же новоселы. Проект воплотили в жизнь за несколько вечеров. Вот что удалось выяснить о ходе работы. Дети рады, участвовали, сами помогали как бы родителям, и мы, естественно, все это строили. Дети довольны. За время проведения ударных строек в Московском районе свои площадки для творчества представили 10 домов. Однако именно здесь генеральная комиссия отметила столь креативный подход. У этого дома, состоящего из мелких кристаллов льда, есть свой телевизор, стол и стулья, домашние животные и небольшой гостиный домик. Здесь, ну, креатив такой, что может каждый позавидовать. И стол, и телевизор. В общем, целый гостиный двор, так скажем. Дом, куда можно и прийти, и посидеть, и отдохнуть. Вот креатив здесь был на первом месте. Теперь во дворе 199-го дома по Московскому шоссе есть свой отличный снежный комплекс. Здесь будут проходить неофициальные встречи местных жителей. Впрочем, они совсем не против присутствия гостей из соседних дворов. Во всяком случае, ветераны труда только за. Не будет чем заняться, интересно здесь. Вот вчера заходила сыночка, а можно я здесь поиграю? Я говорю, только сейчас сделали, это еще не застыло. Подожди, немножечко застынет. Замерзнет, тогда будешь играть. Если и вы желаете возвести подобный объект в своем дворе, стоит поторопиться. Неизвестно, будут ли еще обильные снегопады. Так что может и не хватить строительных материалов. Татьяна Ермошина, Дмитрий Ларионов, Михаил Городников. Объективно. ННТВ.